по нашим интересным природным комплексам, которые находятся и справа, и с левого берега, самого северного направления, то есть от Грушки, самый север нашей республики, это село Грушка, и до самого южного нашего населенного пункта, на правой стороне, это Чебручил. То есть, если мы говорим о левобережном селе, то это Чебручил, а на правом берегу Чебручил. Значит, этот проект был реализован для того, чтобы сблизить население обоих берегов и для того, чтобы раскрыть интересные места, которые у нас есть. Сейчас презентация этой книжки, ее даже не было презентации, то есть это первые экземпляры, которые вот мы получили. Она очень богато иллюстрирована различными фотографиями, которые делал и я, и которые делал даже вот Юра Рыченков, вот такие вот прекрасные фотографии тут есть. И очень много здесь описаний наших природных объектов и комплексов. Он настолько как бы серьезен и объемен, что это получилось у нас такое научно-популярное издание. Оно имеет международный книжный год, и вообще в Приднестровье таких еще пока не делали. Достаточно долго мы его изготавливали, думали, что мы управимся за год, но из-за объема информации мы растянули этот проект на 1,5 года. Вот. И торжественно вручаем этот путеводитель сейчас Елене.